Самый талантливый режиссер. Это само собой. Так ты сегодня заедешь ко мне? Только после концерта, где-то после часа ночи. Ну, окей. А как к этому отнесется ваш муж? Дорогая моя, какое вам дело до моего мужа? Нет, мне просто интересно, вот как относятся мужья к знаменитых певиц к тому, что их жены после концертов ездят к другим, предположим, мужьям? Так это всем интересно. Это всем интересно. Но надеюсь, что этот молодой человек не ваш муж. Надейтесь. Кстати, а как вы относитесь к скандалам в общественных местах? Они что, вас делают более популярной? Я к скандалам вообще никак не отношусь. Самое главное в жизни – это любовь. Это творчество. Да, Вадёк? Да. Ну что, Вика, пошли. Пойдём. Не суетись. На, возьми свои сигаретки. Вот мы забыли взять свой сценарий, над которым он работает. Похоже, ты нравишься этой девушкой. Вообще нравлюсь начальству и хорошеньким девушкам.